Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на очень интересную и очень важную тему для любого, кто считает себя спидкубером. Это скрамблинг. Перемешка. Притом не просто рандомная перемешка, а перемешка с помощью вот этих вот пресловутых букв, которые многих пугают. F, R2, B' и так далее. Вот сегодня обо всем этом. На самом деле в этом очень легко разобраться, и вы сейчас в этом убедитесь. И эти буквы, они вообще делают из вас вот самого, что ни на есть, настоящего спидкубера. Потому что человек, который освоил эти буквы, во-первых, может перемешать кубик согласно этим буквам, может посидеть в зоне скрамблинга, да, и почувствовать себя прям официальным лицом на соревнованиях. Иногда организаторы соревнований просят более опытных или менее опытных участников побыть скрамблерами. То есть это люди, задача которых перемешать кубики для участников. Притом перемешать так, как это написано в компьютерной программе T-Noodles. И перемешать для всех участников кубики абсолютно одинаково. Задача непростая, и сажают туда самых ответственных. И как круто, да, сидеть за этим столом, читать эти скрамблы, трогать кубики самых-самых именитых участников и понимать, что вот сейчас ты перемешиваешь этот кубик, а через минуту на этом скрамбле какой-нибудь топер может поставить национальный рекорд. Это реально круто. Плюс еще одна мотивация заключается в том, что есть такая дисциплина в спидкубинге, которая называется сборка на количество ходов. Ну, с ней все понятно. Там вам дается кубик, и ваша задача записать его решение. Записать теми же самыми буквами. И, соответственно, если вы их не знаете, то и участвовать в дисциплине на количество ходов вы не сможете. А дисциплина интереснейшая, очень интеллектуальная, одна из самых умных дисциплин в спидкубинге, где надо реально напрягать мозг, где надо искать решения, где, ну, в общем, надо проявлять свои именно интеллектуальные способности. Ну и третья причина. Иногда куберы ставят рекорд дома, а не хотят его засчитывать, потому что подумали, да плохо перемешал, я не буду это как рекорд считать. Вот чтобы такого не было, и чтобы ваши сборки, даже домашние, напоминали официальные как можно больше, я вам советую даже дома тренироваться по скрамблам. Благо сейчас огромное количество программ типа Plus таймера или Twisty таймера, которые помогают и делают максимально простым процесс тренировок, максимально простым и понятным, если только вы знаете, как скрамблить куб. Поехали учиться, друзья. Итак, ну что, для того, чтобы заскрамблить трешку, ее нужно взять белой стороной вверх, зеленой стороной к себе. Это очень важный момент, потому что многие все делают правильно, но почему-то вот с какого-нибудь вот такого положения, естественно, в конце у них рисунок на кубике с рисунком на экране компьютера или телефона не совпадает. Поэтому первое, что мы должны сделать, взять белый вверх, зеленый к себе. Если белые и зеленые сторон на кубиках нет, а такое тоже бывает на каких-нибудь старых советских кубиках, может быть, там вместо белой фиолетовая, вместо синей какая-нибудь коричневая и так далее. В таком случае нужно брать вверх самой светлой стороной, а спереди нужно поставить самую темную. Ну что, в кубике 6 сторон. Это правая, по-английски right. Это левая, по-английски left. Это передняя, по-английски front. Это задняя, по-английски back. Это верхняя, по-английски up. И это нижняя, по-английски down. Теперь давайте подумаем, что у каждого из этих слов, которые я сейчас произнес на английском языке, есть первая буква. И в каждом случае эта первая буква отличается ото всех остальных. Например, right – это R, left – это L, front – это F,
Back – это be. Up – это you. И down – это d. Вот именно эти буквы, именно 6 этих букв и играют ключевую роль в скрамблинге. Теперь обратите внимание, например, сюда. Здесь не просто F написано, здесь написано F-штрих. Что это значит? Если бы здесь было написано просто F, мы бы покрутили переднюю грань по часовой стрелке. А так как здесь написано F-штрих, мы будем крутить ее против часовой стрелки. Если бы там стояла двойка, F2, мы бы покрутили ее вот таким образом. Два раза на 180 градусов. Притом неважно в какую сторону. Так или наоборот вот так. Ну в данном случае, конечно, удобнее движение сделать вот так. Но по сути неважно, куда вы крутите грань, если вы крутите ее на 180 градусов, что в одну сторону, что в другую сторону, эффект будет один и тот же. Ну что, теперь давайте сделаем так, чтобы вы никогда не путали по часовой стрелке и против часовой стрелки, что достаточно важно. Итак, ну, если посмотреть на переднюю грань, то здесь все просто. Вы прекрасно понимаете, как ходят часы, и прекрасно понимаете, что вот это по часовой стрелке, а вот это против. То есть это F, а это F-штрих. А как же быть с остальными сторонами? Давайте смотреть. Давайте разберем заднюю сторону. Это у нас F, как я напомнил, а это F-штрих. А здесь наоборот. Вот это будет B-штрих, а вот это будет B. И теперь объясню почему. Давайте попробуем поставить заднюю сторону на место передней. И получается, что мы делаем ход B сейчас, да? Теперь ставим ее назад и посмотрите. Вот он наш ход B. Он идет не в ту же сторону, в какую идет F, а в противоположную. Ну и, соответственно, B-штрих мы будем делать вот таким вот образом. С передней и задней гранями разобрались. Теперь давайте посмотрим на левую и правую. Если мы включаем свет справа, это R. А если выключаем свет справа, это R-штрих. То есть вот это движение по часовой стрелке, а вот это против. Ну и давайте, чтобы в этом убедиться, я вам покажу кое-что интересное. Сейчас мы поставим правую грань на место передней. Вот я включаю свет, вы видите, да? И это то же самое, что и F. То есть мы крутим по часовой стрелке. А когда выключаю свет, получается, что мы едем против часовой стрелки. Если я взял кубик не вот так вот, а красной стороной к себе, то четко видно, что такое R, а что такое R-штрих. И почему это так? С левой стороной все наоборот. Если мы слева выключаем свет, то это L. Сами видите, да? Если мы повернем оранжевую сторону кубика вперед, сразу видно, что вот это будет L, а вот это будет L-штрих. Здесь все просто. Ну и так как мы разобрались уже с передней, задней, правой и левой гранями, давайте разберемся с верхней и нижней. Как верхняя грань крутится по часовой стрелке, я думаю, тоже труда понять не составит. Вот это по часовой стрелке, то есть это U или U, а вот это против часовой стрелки, то есть U-штрих или U-штрих. Что касается нижней грани, она вращается точно так же в противоположную сторону. Вот это будет движение D или D, а вот это D-штрих или D-прай, как говорят американские спидкуберы в своих обучающих видео. Чтобы, опять же, понять, что такое D, а что такое D-штрих, мы можем поставить нижнюю сторону на место передней. И тогда понятно, что вот это D, и она явно крутится по часовой стрелке, а вот это D-штрих, и она явно крутится против часовой стрелки. Ну вот, это основные движения, которые нужны нам для того, чтобы заскрамблить кубик. И теперь давайте, собственно, переходить к практике. Итак, друзья, перед вами скрамбл. Вот он на ваших экранах, первый скрамбл. Что мы с ним сделаем? Мы просто попробуем перемешать кубик.
И если в конце у нас получится, что кубик выглядит вот таким вот образом, то мы молодцы и все сделали правильно. Ну что, поехали. Первый ход. F-штрих. То есть крутим переднюю грань против часовой стрелки. Поехали. Следующий ход. U2. То есть крутим крышу два раза. Теперь B2. Крутим заднюю грань два раза. Теперь R2. Крутим правую грань два раза. Следующий ход F. По часовой стрелке. L2. Левая грань два раза. U2. Верхняя грань два раза. R2. Правая грань два раза. А теперь сложный ход. D'. Давайте вспоминать. Это у нас D, а вот это D'. Поэтому будем делать вот такое движение. Теперь F2, R'. То есть выключаем свет справа. U, L'. То есть включаем свет слева. D'. Движение, которое мы уже делали, оно нам попадалось вот здесь, вот чуть пораньше. Теперь F'. Тоже нам попадался. D2. Нижняя грань два раза. U. Верхняя по часовой стрелке. F. Передняя по часовой стрелке. И R2. Ну а теперь смотрим, что же у нас получилось. Вот эта грань у нас зеленая. Сами видите, здесь зеленый центр. Да? Давайте посмотрим на нее. Сверху желтый уголок и дальше две белые. Сверяем. Желтый, две белые. Дальше. Оранжевый, зеленый, красный. Сверяем. Оранжевый, зеленый, красный. Все четко. Дальше сверяем синий, красный, желтый. И тоже, как ни странно, сошло. Синий, красный, желтый. Так, теперь посмотрим верхнюю сторону. Там у нас белый, зеленый, белый. Сошлось, смотрите. Белый, зеленый, белый. Дальше. Оранжевый, белый, желтый. Смотрите. Оранжевый. Белый, желтый. И здесь оранжевый, белый, желтый. И оранжевый, синий, оранжевый. И здесь тоже оранжевый, синий, оранжевый. Все сошлось, и это означает, что я заскрамблил кубик правильно. И с этим и вас поздравляю, если у вас это тоже получилось. Ну вот. Собственно, первые наши успехи. Теперь я не удержусь и соберу кубик на время, потому что я привык так делать, я привык тренироваться именно так. То есть я привык перемешать кубик так, как написано в программе, а потом собрать его на время. Сейчас я это сделаю с удовольствием, а потом покажу еще одно интересное упражнение. И мне еще скид в награду прилетел за то, что я правильно заскрамблил. И надеюсь за то, что делаю полезное дело. 16.85 с PLL скипом получилось у меня. Ну вот. А теперь, друзья, я снова беру кубик белый вверх, зеленый к себе, что очень важно. И вот эти движения, которые у нас на втором скрамбле, я постараюсь сделать на время. И посмотрим, сколько у меня времени на это уйдет. Обычно средний скрамбл состоит из 16-20 ходов. Ну, давайте посчитаем, сколько их здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ходов. В принципе, почему 20 ходов? Это объясняется тем, что любой кубик можно собрать из любого положения за 20 ходов. Поэтому смысла делать больше 20 ходов в скрамблинге я не вижу. Да и ВЦА тоже не видит в этом никакого смысла. Ну что, а теперь давайте посмотрим, за сколько я сделаю эти 20 ходов. И самое главное, сделаю ли я их правильно. Сейчас я вам показываю способ, как тренировать свои навыки скрамблинга. Не только навыки сборок, но и навыки скрамблинга. Поехали. Раз, два, три.
9,49. Эх, мне бы так кубик собирать. Ну, а теперь давайте сверять, что же тут у нас получилось. Ну, смотрите, здесь сверить можно проще. Я сразу вижу желтый блок, красный блок, белый блок. И здесь желтый, белый, красный. Все как надо. На зеленой стороне тоже какая-то интересная зеленая фигурка, которая есть и здесь. Да? И две синие точки сверху. И две зеленые точки сверху. Снизу, точнее. Две синие сверху, две зеленые снизу. Вот этого мне уже достаточно, чтобы понять, что я заскрамблил кубик правильно. И сделал я это всего-навсего за 9 секунд. У вас, наверное, сперва будет медленнее получаться, если вы этому только научились. Но думаю, что со временем скрамблить у вас будет получаться быстрее, чем собирать. Для того, чтобы все это натренировать, естественно, можно делать много попыток. И нужно делать много попыток. И для этого на телефонах есть специальные приложения, такие как Plus Timer или Twisty Timer и так далее. И, в принципе, вы легко их можете найти и ими пользоваться. И таким образом улучшать свои результаты не только в скрамблинге, но и вообще и в сборке трешки. Но есть еще куча интересных моментов, касающихся скрамблинга, о которых я бы вам хотел рассказать. Но для этого нужно снова собрать кубик. И я снова сделаю это на время. Интересно, у меня получится быстрее, чем первый раз, или медленнее? Ну что, я готов. Поехали. Медленнее получилось. Ну, там PLL Skip прилетел. А здесь, к сожалению, ну, такой слабенький для меня результат. 20,57 секунды. Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь больше о скрамблинге. Итак, смотрим внимательно. Друзья, дело в том, что вот сейчас, когда я перемешивал кубик, я держал его белой стороной вверх, а зеленой стороной к себе. И это абсолютно нормальное явление. Но когда я заканчивал перемешку, сверху на меня так и так смотрел белый центр, а спереди зеленый. И это абсолютно не противоречит правилам ВЦА, так и должно быть. Но есть такая дисциплина, как слепая сборка, в которой очень важно не только то, как выглядит кубик, но и каким центром вверх его принесут участнику. Если кубик изначально принесут белым центром вверх, а зеленым спереди, то участнику будет гораздо легче его проинспектировать и запомнить. Ну, если он собирает именно вот такой цветовой схемой. Поэтому при скрамблинге кубика Рубика во время слепой сборки было сделано одно нововведение. И сейчас это нововведение мы с вами увидим. Итак, поехали. Скрамблим кубик для блайнда. Первый ход. L2. Делаем. Видите, да? Вот я сделал ход L2. Следующий ход. F2. U2. F2. D'. R2. B2. U'. R. B'. L. U. R'. B'. U2, B'. L'. U, F. А вот теперь начинается самое интересное. Посмотрите, что тут такое. Здесь у нас не просто R, а здесь у нас RW. Вот эта буковка W означает, что мы сейчас должны с вами покрутить не просто R, а R вместе со средним слоем. И последний ход UW'. И это означает, что мы должны не просто покрутить крышу против часовой стрелки, а мы должны покрутить крышу вместе со средним слоем. Вот такая вот у нас интересная ситуация получается. То есть буква W автоматически означает то,
что сторона, которую мы крутим не только ее, но и средний слой. Делается это для того, чтобы центры сместились. И обратите внимание, после того, как я сделал RW и UW штрих, у меня уже сверху не белый центр, а спереди не зеленый. Давайте сверять, что получилось. Сверху оказался центр зеленый, а кроме того, три красных элемента и три синих. Смотрите, здесь то же самое. А спереди оранжевый центр и также четыре желтых элемента. Смотрите, ну то есть перемешал я кубик правильно. Но фишка этой перемешки именно в том, что мы не только перемешиваем кубик, мы еще и смещаем центры. То есть у нас теперь белый не сверху, зеленый не спереди и так далее. Это нужно для того, чтобы все участники слепой сборки были в одинаковых условиях. Нам могли встретиться и другие ходы, не только RW и UW штрих. Нам могло встретиться что-то типа LW2, ну или как еще куберы российские говорят, LV2. Это одно и то же, что V, что W. Это одна и та же буква, просто ее по-разному называют. Ну, для кого-то это V, для кого-то это W. Все зависит от того, кто какой иностранный язык в школе учит. Вы поняли, что эта буква означает при скрамблинге трешки. Но и это еще не все. Еще хочется с вами поговорить о таком явлении, как перехваты и вращение средних слоев. Друзья, если вы хотите перехватить кубик вот таким образом, этот перехват имеет свое название. И называется этот перехват Y. Что происходит при этом перехвате? Белая сторона, ну та, которая была сверху, как была сверху, так она и остается. А вот передняя уходит налево. То есть получается, что мы крутим крышу по часовой стрелке, а вместе с ней крутим весь кубик. Вот это и есть перехват Y. При перехвате Y' вот эта передняя сторона уходит, соответственно, направо. Ну а при перехвате Y2 эта сторона переходит назад. На самом деле Y это самый неудобный перехват, который может встречаться с спидкубером в сборке. Если перехватывать кубик по оси X, о которой я вам сейчас расскажу, это делается как-то удобно. А вот при Y на этот перехват тратится практически целая секунда. Итак, про Y мы с вами поговорили. Это одна из осей. Вот она, эта ось. Вот именно по ней ходит кубик в такой горизонтальной проекции, перемещаясь, образовывая Y', и Y2. Теперь ось X. Ось X это вот эта ось. Вот такая ось. Если мы хотим сделать X, мы делаем так, чтобы наша передняя сторона стала верхней. То есть, по сути, крутим правую грань кубика, а вместе с ней весь кубик. Это и есть перехват X. Перехват X'. Понятно, делается вот таким способом. Ну, а перехват X2 делается вот таким способом. То есть правая и левая стороны остаются на своих местах. Никуда не меняются, никуда не уходят. А вот передняя меняется с задней, а верхняя меняется с нижней. Друзья, многие люди думают, что какая разница сделать перехват X2 или Y2. Да, огромнейшая разница. На самом деле, если сделать перехват по оси Y, вы понимаете, да, какие стороны меняются между собой местами, а какие не меняются. А если сделать перехват по оси X, то меняться между собой уже будут совершенно другие стороны. И последняя ось, как вы понимаете, это ось Z. Вот она, эта ось. Вот такая вот, как арочка над кубиком, да, можно ее мысленно нарисовать. Вот что такое Z. Это когда верхняя сторона уходит направо. А Z' это когда верхняя сторона уходит налево. А Z2 это когда верхняя сторона уходит вниз.
но при этом так уходит, что передняя остается передней. Поэтому, пожалуйста, не путайте перехват Z2 с перехватом X2. Это большая разница. Итак, еще раз. Чтобы сделать перехват Z, нужно сделать F и потом весь кубик вместе со стороной F покрутить в ту же сторону. Но это чтобы легче было. Чтобы легче было понять, как делается этот перехват. Ну а, собственно, чтобы сделать перехват Z-штрих, нужно сделать F-штрих. Ну и вместе с этим F-штрихом весь кубик. И тогда белая сторона, ну или верхняя любая другая, уйдет налево. Как-то так. Друзья, но ведь в скрамблинге трешки встречаются еще очень интересные три буквы. Притом не матные. Эти три буквы не встречаются тогда, когда мы хотим перемешать трешку. Эти три буквы не встречаются тогда, когда мы решаем кубик на количество ходов. Они встречаются нам в более сложных случаях, когда мы изучаем продвинутые алгоритмы для слепой сборки. И эти три буквы М, С и Е. Что такое М, друзья? Вот что такое М. Это вертикальный средний слой, который находится между левой и правой гранью кубика. Если мы вот эту детальку, которая стоит спереди сверху, опускаем вниз, это будет М. А если мы поднимаем ее вверх, это будет М штрих. S – очень интересный ход, который встречается в некоторых OLL-алгоритмах. Например, сейчас я вам покажу. Вот он, S. Опа! А потом мы делаем пиф-паф, английский пиф-паф и вот такую ерунду. И получается у нас один из OLL-алгоритмов. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, как сделать первый ход этого алгоритма. S. Вот это S. А S штрих, соответственно, в другую сторону. Вот так вот. Ну и самый последний, самый, наверное, непонятный и самый сложный ход – это ход Е. Что такое Е? Е – это средний слой, который находится между верхней и нижней стороной кубика. Вот это Е. А вот это Е штрих. То есть, если вот этот элемент слева уходит направо, это Е. А если этот элемент слева спереди уходит назад, это Е штрих. Это редчайшие ходы, которые встречаются в очень крайних случаях. Они не нужны для того, чтобы перемешать кубик по скрамблу. Их нельзя использовать в КХ, потому что такие ходы считаются за два. Но без них не выучишь коммутаторы для ребер в слепой сборке. Поэтому я считаю, что эти алгоритмы также нужно знать. Подробнее чуть-чуть остановлюсь на сборке на количество ходов, если вы не против. В сборке на количество ходов вам кубик не перемешивают. Вам его вообще не нужно сдавать. Вам приносят вот такие вот листочки, в которые вы вот сюда вписываете свое имя, свой WCID, если он у вас есть и вы его знаете, но это не принципиально. Вам дается скрамбл. Вот он этот скрамбл. Вот его картиночка. А вот сюда, в эти 80 клеточек, которые вы можете видеть снизу, вы записываете ваше решение с помощью этих же самых букв, которым я вас сейчас и научил. Если вы все это будете применять, тренировать, вы сможете спокойно всем этим пользоваться, спокойно учить новые алгоритмы не только по моим видео, но и на текстовых источниках, да, где люди объясняют не на видео, а где алгоритм просто написан текстом. Ну, например, одно дело, когда я говорю пиф-паф,
А другое дело R, U, R-штрих, U-штрих. И так далее. Сами понимаете, что так алгоритмы проще записываются. Вы можете их себе на листочек выписать и при каждом удобном случае тренировать, вспоминая, что не в Лондон мы поехали, а F. Не включили свет, а R. Ну и так далее. Ну, в общем, зачем я рассказываю вам простые вещи? Ведь зрители моего канала умнейшие люди, которые сами все прекрасно понимают. И за это, друзья, я вам искренне благодарен. И благодарен за то, что вы досмотрели это видео до конца. И надеюсь, что чему-то новому вы научились. А на этом всем спасибо и до новых встреч на моем канале.